Ехали куда? Домой. Домой? Да. Вы с работы? Нет, от жены. А жена в другом месте живет? Тоже совсем не будем. Ну, там помеха. Я замерз просто. Ладу Калину экипаж заметил еще на перекрестке улицы Чуйковой и проспекта Амирхана. Автомобиль вилял из одной полосы в другую. Остальные участники движения с трудом успевали уворачиваться от опасного автомобиля. В машине ничего запрещено у вас нет. А я вам не должен отвечать на этот вопрос. Ну как, если я вот сотрудник нет... только что ответил, понимаете? То есть если у вас там нет ничего запрещено, тогда вы можете сказать, что нет? Вот, я вам говорю, что нет даже. Чтобы досмотреть и автомобили водителя, экипаж ППС решил вызвать на место инспектора в ГАИ. Вы наркотики употребляете? Нет. Нет? Нет. Да, не употребляю. Проверяйте. Можете вести на анализ даже, вот, передаю. Пожалуйста. Инспекторы отправили мужчину на медицинскую экспертизу. Если по ее результатам станет понятно, что водитель находился под действием наркотиков, его ждет суд.